Пьянка без драки – деньги на ветер. Так посчитал подвыпивший студент одного из колледжей, гуляя по центру ночного Мозыря. Тут подвернулся конфликт совершенно незнакомых ему людей. Участие в драке было недолгим. 18-летний молодой человек ударил самого пассивного участника ссоры, практически зрителя. Один удар и двойной перелом челюсти у пострадавшего. Такого рода действия следователи квалифицируют как хулиганство. Оперативно-дежурную часть Мозырского РОВД поступило сообщение об оказании медицинской помощи жителю города Мозыря 1992 года рождения с выставлением ему диагноза «открытый двойной перелом челюсти слева». По данному факту Мозырским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хулиганство. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному факту лицо, совершившее указанное преступление, было задержано. При допросе в качестве подозреваемого данный гражданин свою вину признал полностью и содеянным раскаялся. Им оказался житель города Мозыря 1998 года рождения, ранее не судим. Молодой человек, подозреваемый в хулиганстве, задержан. Объяснить, почему влез в чужую драку, толком не может. Кураж в состоянии алкогольного опьянения грозит как минимум общественными работами. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».